27-му річницю відзначали бешкетники віком від 4 років і... Дуже складно сказати, скільки років виповнилося людині, в якої очі наче дві найяскравіші зірки на небі. Таку поважну дату відзначали актори театру «Серванци». Велика родина Серванцов з'їхалась на святкування дня народження до Харкова із різних куточків України. І поки на сцені вдавались до хитрощів талії та мельпомени малі серванци, із глядацької зали не припинялися щедрі оплески від акторів, яким по 10-15 років було багато років тому. Одне слово – це дитинство. В Серванцах – це дитинство. Це дуже добре було, це дуже приємно. І ми були зайняті театром, сценою. Ми до сих пор любимо це діло. Ой, уже лет 10, наверное, назад где-то так я, наверное, пришел в Серванцы. Ну и до сих пор, в принципе, сорванец, как и все остальные, которые занимаются здесь. Часть меня, это часть моего сердца, часть моей души, поэтому, ну, как-то представить Серванцы, это, я не знаю, девиз жизни, что ли, это с такого плана, то есть никак иначе. В Серванцы я пришел в 1989 году. Театр занимал очень много времени. Да. Школа, театр, гастролі, виступлення, да, і підготовка к всьому этому, репетиції. Сьогодні Олександр – провідний телеоператор, а Максим – метр шоу-бізнесу. Обидва вдячні за власну кар'єру саме театру та його чарівній керівниці Олені Павлівні Вартанян. І вона пишається своїми випускниками. Очень было много гостей, очень много артистов, очень много детей. Соединение двух мероприятий и день рождения театра, нам 27 лет. И мы защищали звание Народный художественный театр. Не знаю, как получилось. Может быть, защитили все-таки. Абсолютно усі актори закохані у театр «Серванци» до нестями. І уявити сьогодні життя без цього театру. Это возможно представить, но об этом даже думать не хочется. Это настолько все будет пусто. Лично меня «Серванцы» очень сильно изменили. И в лучшую сторону очень сильно изменили. Как-то начинаешь мыслить по-другому. Нет этого примитива. Вот с театром, как с творчеством, ты начинаешь мыслить по-другому. Начинаешь как-то вот по-другому воспринимать мир. «Серванцы» — это прежде всего вдохновение. Потому что каждый раз, приходя после школы, после такого трудового будня, ты приходишь в свою вторую семью. И это настолько, это такой большой подъем для тебя, это ты вдохновляешься, и ты уже забываешь о всех своих проблемах, невзгодах, ты полностью поглощен творчеством. Это мой дом, в который я прихожу уже на протяжении всех этих лет. О, для меня Серванцы, я вот как закончила, места себе не нахожу, жизнь скучная становится без Серванцов. И если Настя уже обрала себе за майбутню профессию готельно-ресторанную справу, то Аня планує продовжити театральне буття, вступивши до Харківського вишу навчатися акторської майстерності. А це найменші актори театру Серванцы. І, певно, їхні лави невдовзі поповняться. Артур поки розмірковує, чи йти йому до театру, але думає, що театр не заважатиме в житті. Єлена Павловна, це моя бабушка. Вона займається дитячим театром «Серванцы». У неї є такі хороші діти. Це папа Сергій Бабкін. Я дуже люблю дітей, це раз. Коли діти стараються... И делают то, что им нравится, и ты видишь это желание, это стремление, это всегда, ну, а тем более, если у них это просто здоровски получается, и каждый раз ты видишь этот рост с каждым годом, с каждым полгодом, с каждой неделей. Вот, это очень здорово, конечно, я очень это все люблю. До речі, в свій день народження театр «Серванци» намагався захистити звання Народного театру. І поки глядачі насолоджувалися неперевершеним шоу, поважна комісія робила суворі висновки. Ви знаєте, я з цим театром «Серванци» познайомився сьогодні вперше. Це синтез всього самого лучшого, самого, що є в театрі,
уникального. И я понял, что Леночка, художественный руководитель этого замечательного коллектива, она приложила колоссальные усилия для того, чтобы объединить этих замечательных, уникальных ребят. И ей это удалось. Это начало творческого пути. Эти крошечные детки, которые только вышли на сцену, которым 3 года, они играют таких замечательных ангелочков. Они пытаются взмахнуть крылышками. Все трудно получается, я вижу, но они действуют. Такое доброе пожелание есть. Вся наша жизнь как зебра. Пестрая лошадка. Но, оглянувшись мельком, мы лишь вздохнем украдкой, как часто в ней бывает много черной полосы. Но все стучат несмело, бессонные часы, галопом мчится время, уздечка и звеня. Пусть превратится зебра прекрасного коня, пусть белый конь помчит нас в неведомую даль, и навсегда исчезнут ненастье и печаль. Счастья, здоровья, многих лет жизни я желаю этому замечательному творческому коллективу. Ну, звичайно ж, не можна втриматись від побажань у день народження. Ірина Павловна – це наша вторая мама. Без неї ми взагалі не представляємо дитячий театр «Сорванці». Спасибо ей огромное за этот огонек. На протяжении всех этих лет он не угасает, он, наоборот, рождается в каждом из нас, в каждом маленьком сорванце, и это настолько замечательно, я не представляю вообще свою жизнь без Елены Павловны. Спасибо вам огромное, большое человеческое спасибо. Да, Елена Павловна сделала невозможное, она вселила в нас вторую жизнь. Это замечательно. Большой-большой любви, долгих лет жизни не только ей, но и театру. Лена Павловна, молодец, она умничка. И дай Бог здоровья и долгих лет жизни театру. Лена Павловна, всего самого-самого наилучшего. Побольше жизни театру, еще столько же, сколько он есть. Почему? Потому что я хочу своих детей еще сюда привезти обязательно. У меня их пока нету, но я вижу, сколько здесь малышей, которых... Я помню просто своих ребят, которые были младшей группой, которые были маленькими кнопками. Здоров'я і даріть радість людям далі, як ви це робили і нас учили. Редакція програми «Слобожанщина» приєднується до щирих слів. Ми бажаємо театру довгого творчого життя та невичерпного натхнення.